Как танцует медведь, как скомороки кривляются и как над всеми потешаются. А ну-ка, сынок, давай второй звонок. А ну-ка, сынок, давай! Здравы будьте, люди добрые! Мы в комороте посадки, прибыли к вам скорёхенько, да быстрёхенько! А если мы не по суху, не по дороге, не по морю, телега наша была богатая и старого лаптя сработанная! Длинными хвостами называются мышами. Давайте знакомиться. Вот меня прошлым летом называли Филаретом, а этой зимой величали Кузьмой. А есть у вас здесь Алексей? Алексей, не бей гусей, а то пусть зажигать тебе обиду не прощать. А есть ли здесь Андрей? Есть! Гляди, Андрей, воробей, не клюй песка, не морай носка! А есть ли тут Гришка? Где Гришка? Я! О, Гришка, неси на Парижка, иди к брату, руби в карту! А есть ли тут Анна? Где тут Катерина? Катерина? Просто Катерина, кто не пройдет, полюбуется! Да если всех так называть по имени, тут до вечера можно стоять. Давайте сказку сказывать. Давай! Давай, начинай, а я подхвачу.